Продолжаем насыщать это утро полезной информацией. На этот раз речь пойдет о пенсиях. В этом году пенсионным фондом уже проведены все плановые индексации, но многие уже интересуются изменениями пенсии в следующем, 2016 году. Вот, например, Анатолий Геннадьевич обратился в нашу информационную службу по телефону 2-630-300 и задал вопрос, насколько в следующем году повысится размер пенсии со стажем, а также пенсии инвалидам, пенсионерам и работающим, и неработающим. Мы нашли ответ у специалистов отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю. С 1 февраля должны быть проиндексированы страховые пенсии, с 1 апреля социальные пенсии, ну и будет, значит, перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Значит, мы сегодня говорим, что эти события обязательно произойдут, потому что это предусмотрено действующим законодательством. Но учитывая, что, значит, сегодня еще правительством не, как бы, не представлен в Госдуму бюджет на следующий год, бюджет страны, бюджет Пенсионного фонда на следующий год. Мы не знаем сегодня уровень официальной инфляции за 2015 год, поэтому ожидаем, что индексация пенсии будет в соответствии с законодательством. Но, как правило, это на уровень инфляции.